who she planted there or here and there, and so you see that the plants downstairs, how to row, is a row, one, two, three, it's no, well, because this group plants. And family. Yes, family plants. Yeah. And I tell Nina Ivanovna that this order is so we need do such one. Yeah, also like this, like Yes. Water and the sun changes. Я даже сказала несколько слов по-английски. Если бы я тренировалась, я бы говорила лучше. Мы хотим там попрактиковаться, чтобы вещи на интервью лайкан. Who is that? Как кюне хебёре? Как кюнт мы отлегаешь? Я говорю, да, тох. Als het beste gewiel. Maar het is gewoon zo gelopen. Maar het is gewoon zo gelopen zoals het altijd loopt. Dus weet je wat, dus het van de wiel altijd het beste, maar eigenlijk komt het nooit goed. Maar gewoon echt werkelijk nooit. Dus je kan, het is de enige manier waarop je dat kan verantwoorden. Вся эта неделя, похоже, будет без дождей, так что ваше открытие пройдет замечательно. Значит, у нас четверг. С вами, да, я посмотрела прогноз там. Я сейчас тоже так имею сразу на неделю несколько дел. Это у меня все расписано, естественно, особенно завтрашний день у меня будет такой занятый. Помните, эта розочка вырастала, вот она тут все сохранилась, ей понравилось, что ее от ветра защитили, она пролезла туда, куда ей надо, нужно ее стричь, конечно, на зиму, но тем не менее, я уверена, что Нина Ивановна очень рада, это ее питомец, роза. Ну, пойдемте дальше по крыше. Самое лучшее состояние по весне, это вы помните, как вы тут были, да? Да. Эта капица совершенно пустая. Значит, она отработала свое повесение. Ну вот. А теперь, я же вам говорила о своем питомничке, хвойнике. Говорю, ну все сохранили. Мне не знала. Вы посмотрите. Она вообще. Это же прелесть. Посмотрите. Все пошли, все хорошо себя чувствуют, и маленькие, и большие, вот это все, да? И я, конечно, довольна, что хвойник идут. Можно они варят? Да, пожалуйста, пожалуйста. Вот они, пожалуйста. Как полма. Вы знаете, такая идея, она давно существует, потому что, когда думаешь, зачем мы держим растения, мы держим их не только как декоративные растения, а, безусловно, они и на земле-то существуют для создания воздуха, таким их создал Господь Бог. Что на земле делает кислород людям? Растительное, зеленое, может, ничего, да. Значит, и в помещениях то же самое. И дальше я уже стала искать, поскольку с биологами не знакома, а какие растения это делают лучше всех, активнее всех. И тогда вот и пришла к выводу, такой-то, такой-то и такой-то. Сансевьера, это что мы называем, щучий хвост и прочее, там можно найти целый перечень. Да. Еще есть вопросы? Ну да, в принципе. Но, а вот вы знали о том, что тоже вот таким же следом занимается еще кто-то? Или вы... вы знаете, по интернету, да. Интернет, вы же еще до интернета, да, придумали? И, конечно, до интернета. Я знала это только потому, что вот мы много лет занимаемся здесь, на крыше, подпором ассортимента. У нас есть консультант, Нефеодов Всеволод Васильевич, который вообще настолько энтузиаст растительного мира, что от него эту идею мы впервые, собственно говоря, и получили. Он ее развил нам чисто теоретически, и, соответственно, наше дело было попробовать. Правда. Вот чем, собственно говоря, мы здесь, вот жители дома, можем быть полезны любой идее? Тем, что мы хотим поставить эксперимент. Мы не просим с него денег. Мы делаем это своими руками, своими силами и своей заинтересованностью. И тогда эксперимент получается. Вот так. Я хочу вам сказать, что чем больше людей будут иметь возможность выразить себя в том, в чем они хотели быть выраженными. Кто-то вот любит животных, он хочет за ними ухаживать и может это делать. Кто-то очень любит растения и хочет все время возиться с посадками, пересадками, новые сорта, новые виды. И так.
чем-то его. Кто-то хочет выразить себя, рисуя что-то, кто-то лепит, кто-то делает гончарные изделия. В конце концов, чем больше человеку дано возможностей в этом мире, где он в силу экономических потребностей вынужден отдавать очень большую часть своего жизненного времени на какую-то обязательную работу, которая нужна, чтобы существовать, чтобы, так сказать, мир вообще существовал, экономическая часть. А что ж ему остаться для души? А вот эти вещи, которые ему дала. Когда ему дана возможность себя самого в каком-то виде творчества попробовать. Потому что, как я считаю, философы правы, единственное существо на Земле, кому нужна философия жизни, это человек. Это человек, философия жизни. Зачем он живет и что он делает, и чем его душа наполняется. Вот так. Это моя точка. Спасибо, спасибо. Философ я. Я. Футов? Я. Пауза.